привет, друзья! Ну, вы помните, когда я становилась на весы перед тем, как я уезжала в Турцию, я весила 71,5 килограмм. Вот у меня весы. Сейчас я 7 дней уже после отпуска на Energy Diet. Становимся на весы. 71, то есть 1,5 килограмма, ну плюс-минус, у меня ушло, то есть уже не 71, и это радует. Сейчас покажу наши коробочки. Когда вы худеете, вы не психуете, морально удовлетворены, потому что Energy Diet удовлетворяет все ваши потребности по еде, насыщает организм витаминами, микроэлементами. И вот я попробовала различные вкусы. Брала несколько раз микс. Вот в зеленой коробочке у меня микс. Купила я дыню, купила я латте. И сегодня попробовала новый вкус — шоколадный мусс. Нравится все. Не могу сказать, что больше, что меньше. Нравится все. И для разнообразия, конечно же, я покупаю различные вкусы, чтобы не приелось. И также я употребляю батончики. Они натуральные. Также есть и с шоколадом, и с абрикосом, и с лимонником. Абсолютно натуральные батончики. Очень хорошо для перекуса их использовать. Кто хочет поправить свое здоровье, кто хочет снизить вес или набрать вес без вреда для здоровья, ссылочка на магазин будет под этим видео, а также, если вы хотите зарабатывать еще и на этом, то ссылочка менеджера будет также под этим видео. Можете мне писать ВКонтакте, в Skype, я с вами свяжусь, и мы пообщаемся более подробно.